Итак, привет, YouTube, привет, гости и подписчики моего канала. И как я обещал, сегодня я вам показываю свою печечку в готовом виде. Вот что у меня получилось. Вот такая вот печечка. Вот так она замечательно выглядит. Вот. Дымоходик куплен к ней. Ну, что хочется сказать. Что тут скажешь? Ну, я гений. Просто гений. Вот, пацаны, вот как оно жить с тем, что ты знаешь, что ты гений? Вы понимаете? Это вообще, вот какая ответственность ложится на твои плечи. Вот, это вообще, это не сказать ничего. Вот. Взял вот так и сделал вот такую печечку. Сейчас, конечно, диванные критики начнут кипеть. Типа, печка из газового баллона, да ее не делал только ленивый. Вот. Типа, что тут гениального? Вообще, типа, чувак гонит. Вот. Ну, давайте по порядку. Как бы, на чем работает моя печка? Моя печка работает на отработке. Вот. Отсюда подается масло. Вот. Отсюда идет воздух. Воздух у нас заходит в печку. Заметьте, он заходит немножко как бы под углом. Там у нас вот такой косой срез. То есть, заходя, воздух изначально завихряется. Вот это нам дает такое интересное пламя в печке. Вот отсюда идет подача масла. Это поддувало, вот, сделано в основном для обслуживания. Там что-то почистить, что-то там добавить, насыпать и так далее. Вот внутри у нас, как вы можете заметить, нет никаких колосников. Вот. Все, что я оставил, это щель между стенкой баллона и вот этим блином. Вот. Зачем это сделано? Вот. Для того, чтобы масляная горелка работала как горелка. Вот. То есть воздух будет подаваться только отсюда. И выход у него будет только здесь, только отсюда. То есть никакого больше лишнего подсоса воздуха почти не будет. Вот. Что это отсутствие колосника дает нам, когда будут гореть дрова? Вот. Дрова, воздух будет поступать в середине. Вот. Для более длительного горения я хочу еще сделать возможность вот такой блинчик укладывать. То есть уложили блинчик. Вот подсос воздуха у нас есть. Вот там вот тут есть. Не знаю, видно, не видно. Вот он. Видите, отверстие. Вот. И основная подача воздуха будет идти именно из вот тех щелей. Вот именно оттуда. То есть горение у меня будет идти в основном вдоль стенок, что максимально увеличит теплосъем и теплоотдачу того, что тут будет гореть. Также добавлены вот эти воздухообменники. Вот, они добавлены длиной 40 сантиметров. Вот. Ихний смысл в том, что они засасывают снизу холодный воздух, греются, и отсюда уже у нас вылетает теплый воздух. Колпак съемный. Вот. Можно почистить, что-то там положить, вытащить. Вот. Сделана площадочка для чайника там, то есть можно поставить какую-то воду, чайник там, если надо потом помыться или теплая вода нужна, то есть все это будет тоже греться.
Выхлоп сделан сзади по принципу обычной буржуйки. Вот так она выглядит сзади. Вот она получилась очень устойчивая у меня. Ну, поэтому, как бы, да. Вот. Я еще в Ютубе такой печки не видел, чтобы было сделано и для масла, и для дров. Хотя, может, у кого-то и есть. Ну, как говорится, вот. Для тех, кто будет кричать, что я не гений, что это вообще как бы ничего такого. Ну, в музыке тоже 7 нот. А кто скажет, что Джон Леннон не гений? Ну, это, конечно, шутка, да, но я надеюсь, что, в принципе, вот я соединил все такие моменты по печкам в одну, и должен быть неплохой результат. Вот такие вот вещи подачи масла по принципу автопоилки я видел на канале Олега Жестковского. Он занимается печками. Вот такую вот подачу воздуха, это тоже на какой-то горелке я видел у него. Вот эти вот воздухоотводы я видел на канале Сергея Кузьмина, вот на какой-то его печке. Вот. Ну вот, как мне кажется, я взял все лучшее, по моему мнению, соединил воедино. Ну и получилась вот такая печечка. Вот. Обязательно будет ее пуск и на масле, и на дровах. Вот. Ну и все это мы померяем, вот, ее теплоотдачу. Я думаю, что результат должен быть достаточно неплохим. Поэтому спасибо, что смотрели, переживали, вот, соучаствовали, сочувствовали. Вот, как и обещал, показываю изделие в готовом виде. В принципе, я считаю, что достаточно получилось вот, достойное изделие. Вот, ну, а там уже пишите ваше мнение в комментариях. Вот, пишите ваши мысли, идеи. Вот, и как бы спасибо, что смотрите. И ждите видео с пуском этой печки. Вот, спасибо. До новых видео.